Джавахир, я учусь в курсе фронт-энд в группе 158. Учусь более 6 месяцев. Я хочу рассказать, что я научился за эти 6 месяцев. Я научился HTML, а это гипертекстовая разметка, CSS, JavaScript, Redux, React, еще Bootstrap, Taiwan CSS. Научился очень много. Например, я начал делать различные магазинные сайты. В данный момент я делаю сайт для магазина. За эти 6 месяцев, конечно, очень было весело и было очень круто, потому что наш учитель Хутачкур Мадримов был очень крутым учителем. Он научил нам очень многому. Очень благодарю своему учителю, потому что он очень крутой. В нашей группе было более 10 человек. Они были очень дружелюбными, и мы всегда старались что-то делать. Когда у кого-то были баги различные, мы всегда решали вместе, потому что немного это сложнее, когда есть сложные баги и так далее. Мы были очень дружелюбными, и всегда было весело. Сейчас в моем GitHub профиле есть более 28 проектов, которые уже закончены. Прям хорошие, отличные проекты, которые я сделал с помощью моих учителей, друзей, которые у меня в группе есть. Я сейчас абсолютно смогу сделать различные сайты для магазинов, может быть, еще другого. Например, вы можете все увидеть это в моем GitHub профиле. Первый раз, когда я пришел, у меня были знания не так уж хорошие, но после этих 6 месяцев я думаю, что мой уровень это хороший junior или middle. Как вы знаете, сейчас в нашем Узбекистане есть такой очень известная компания, называется EPAM. Даже сейчас в IT-парках есть офисы EPAM. Я очень хочу поступить туда, потому что это американская компания. Я думаю, что поступлю со своими знаниями, которые я получил в дате.